Добрый день. Представься, пожалуйста, из какого ты города и почему решила приехать на ретрит Светланы Лавровой? Меня зовут Надежда. Я из города Луганска. Решила приехать на ретрит к Светлане, потому что давно уже наблюдаю за ней в интернете. Смотрю ее видеоролики, и меня очень вдохновляет ее жизнь, вдохновляет то, что она сейчас находится на неедении. И приехала сюда с запросом, чтобы освободиться от своих воспоминаний о войне. Как для тебя прошли эти 5 дней и насколько тебе удалось продвинуться в своем вопросе, в решении своего вопроса? Для меня эти 5 дней прошли очень интересно, насыщенно. Эти 5 дней для меня стали много значить. Вот теперь я как понимаю. Прошло много инсайтов, которые я и сама еще не пойму. Но это все придет вовремя и все распакуется. А так мне очень понравилось быть на ретрите, быть в кругу единомышленников. Очень много интересных людей приехало к Свете, интересующихся. Как впечатление от Светланы, то есть человек, на которого ты смотрела через телефон, через интернет, и живой человек? Как для тебя была встреча с ней, личное знакомство, как это прошло? Светлана мне очень понравилась. Это простой человек. Она настолько коммуникабельная, простая, общительная. То есть у нее нет никакой короны на голове от того, что она достигла. И мне это очень нравится. Какое основное качество вызывает доверие, достаточное для того, чтобы взять и приехать вот на ретрит? Что привлекло? Открытость миру, открытость, простота, ответы на вопросы, на любые, которые ей задают, допустим. Вот это вот и привело меня сюда. Из тех практик, которые проходили в течение этих 5 дней, было ли что-то, что особенно для тебя было значимым и оставило впечатление? Для меня стало очень значимым вот эти вот разборы ситуации, людей, потому что в каждом разборе я видела свою ситуацию, и везде как бы это все очень хорошо помогало мне в решении моих вопросов. Я хотела бы предложить сейчас немножечко как раз зайти вот тебе в область твоего личного. И если можешь, поделись своими инсайтами, что для тебя было важно, вот с чем ты уезжаешь, какие ситуации ты, может быть, увидела иначе? Для меня было важно, что во время медитации, которую мы проводили тут группой, я осознала, что я бесконечное существо, что я едина со Вселенной, и я сама Вселенная. Вот это был самый главный инсайт за это все время, которое мы провели здесь. А то, что касается твоего запроса? Я говорила со Светланой об этом, и я поняла, что нужно это все прожить, пережить и отпустить. Жизнь продолжается. С какими мыслями уезжаешь домой? С какими настроениями? Настроение. Я очень рада, что побывала здесь и благодарна всем участникам ретрита, в основном Светлане, Галине, за организацию, за хорошее размещение, за очень хорошие условия. И у меня как-то другое понимание жизни появилось. Уезжаю с новыми такими вот какими-то настроениями. Думаю, что у меня в жизни все будет по-другому. А какие новые понимания? Что нового? Новое понимание, что я, пришло новое понимание, что я такая творческая личность, которая сама буду сотворять свою жизнь. И вот это вот я хочу в жизнь внедрить себе, вот так как-то. Скажи, а ты раньше уже приезжала к каким-то другим мастерам на ретриты, на какие-то там духовные программы или психологические программы? Какой у тебя бэкграунд за плечами? Я вообще занимаюсь целительством уже более 20 лет. И как бы в этой теме нахожусь. Постоянно обучаюсь, но ретрит – это мой первый. Это мой первый ретрит, и я очень благодарна судьбе, что я сюда приехала. Слушай, так много лет находиться в целительстве – это
очень значительный бэкграунд. Ты помогаешь людям? Да. У тебя работа связана с помощью другим людям? Да. Я очень рада, что ты сможешь свои инсайты передать не только своей семье, но и более широкому кругу людей. Еще раз благодарю за все. Еще задам вопрос. Многие участники, кто планирует приехать на ретрит, всегда задают вопрос по поводу еды, не еды, будут ли сухие дни, будет ли депривация сна. И очень тесно связывают процессы на ретрите с вот этими практиками. Как тебе открылось? О чем ретрит вообще? Про еду, про не еду? Что ты практиковала сама в течение ретрита? Прокомментируй это, пожалуйста, чтобы другие могли понимать. Как сказать? Допустим, мне открылось про еду, про не еду. Мне открылось то, что наши возможности безграничны. Да? Я не хотела заходить на сухие дни, не планировала на ретрите. Почему? Потому что считаю, что это... Вот я считаю для себя, что это некорректно, потому что дома мы будем заниматься каждый так, как его будет вести Вселенная, правильно? А здесь мы, я понимаю, что общее поле очень хорошо действует, и люди заходили на сухие дни, у них очень хорошо получалось. Но это не считаю групповым занятием, считаю это очень индивидуальным и личным. Светлана говорит, что на своих ретритах она помогает людям обрести путь к себе, вне зависимости от того, будут они есть и что они едят. Не могла бы ты тоже прокомментировать, как ты это увиделась, как тебе это открылось? Вот я это и понимаю, потому что неважно, едение, неедение, там, депривация сна. Важно то, к чему человек стремится и как он это осуществляет в своей жизни. Задам еще один личный вопрос. Меня заинтересовала твоя деятельность как целителя. Скажи, а как ты работаешь с людьми? Через что? Это энергетические практики. Это рейки, это тета-хилинг, это регрессионная терапия. Вот такие вот. Обучаюсь сейчас на биопсихосоматолога. Скажи, есть ли какое-то напутствие, которое ты хотела бы отправить через это видео сама себе, которая посмотрит это видео, например, через какое-то продолжительное количество времени, вот из этого дня что-то есть в этом дне такое ценное, чтобы ты хотела через расстояние пронести и сама себе сказать с экрана, когда найдешь это видео в интернете? Вот сейчас я сама себе с экрана хочу сказать, что мне нужно более быть открытой миру, более представлять себя в интернете, представлять свои услуги. И я понимаю, что этот ретрит сделал какой-то толчок для меня в этом. То есть проявленность. Для тебя важна проявленность в этом мире и как можно больше открываться и взаимодействовать. Да. Спасибо. А послание другим людям, которые думают, приехать им на ретрит или нет, их ли это мероприятие или нет, что бы ты могла им? Ну, я другим людям посоветую так, смотреть на свои ощущения. Если вы решаетесь ехать или не ехать, лучше поедьте. Потому что это действительно откроет вас для самих себя. Благодарю тебя за этот отзыв и желаю самой лучшей проявленности, которую ты сможешь сама для себя сотворить. Спасибо большое.